Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Так, ну что, давай попробуем взять 24-й ранг. Так, за кого сыграем? Ну, можно начать, например, с горошины. Так, погоди-ка. Погоди секундочку, может мне убрать звезду отсюда? И взять... Вот так. Ну что, посмотрим, что у нас из этого получится. Конечно, может быть, и зря убрали звезду. Так, мы против заразительной сальцы будем играть. Это зомби. Хитрый, подлый. Со всеми вытекающими. Не знаю, наверное, начнем с ореха вот с этого. Или как лучше? Или пропустить первый ход? Сейчас посмотрим. Ага, вот он что делает. Тогда начнем вот так вот. Кто там у него вылупляется? Окей. В топку, правильно. Давай смотреть дальше. Хм, ничегошеньки не стал выставлять. Да ну ты серьезно, что ли? Ну ё-моё, ну фасоль, ну ты да. Что ты мне выдала здесь? Что это такое? Ландшафт меняет, интересно. О, как делает. О, как делает, ребят. Ну что же, заморозочку тогда. Так, и вот так. Заморозочка. Все-таки все равно выстрелил, да? Несмотря на то, что он в заморозке был. Вот такой вот он жучара. Почему-то я не удивлен. Я больше удивлен, кто здесь у него может быть. Давай смотреть. Ага. Вот что у него тут. То есть он хочет нам наносить урон. Он хочет нам наносить очень много урона. Но тут он, конечно, ошибся. Так. Ну что-нибудь еще. Ох ты, ох ты, ох ты, обжору позвал. Ребята, он позвал обжору, прикинь. Обжором здесь не место. Поехали. Так, три. Ай-яй-яй-яй-яй, опять. Двух потанцовщиков будешь расставлять? Ну, естественно. Что же ты еще можешь поставить здесь? Окей. Давай обжору ставь своего. Я так и думал, что будет обжорка, друзья. Погнали.
Так, ну сейчас у него, естественно, сработает защита. Понятное дело, да, друзья? Но. А вот зря ты так делаешь. Я бы на твоем месте бы... Я бы на твоем месте вот этого бы убирал бы. Ну, это твое, конечно, решение. Я тебе тут, как говорится, как у тебя 25-й ранг. В принципе, должен соображать уже в игре хоть что-то. Ну, да и что? Ну, да поставил его и все. Да не поможет тебе это сейчас уже. Все, уже поздно. Понимаешь, уже поздняцки. Уже просто вот поздняцки и все. Как ни крути. У тебя уже ничего не получится. Песиков может тут перемещать. Хоть что делай, но... Без вариантов. Так, ну что, я обещал, да? Ну тут, в принципе, одна победа всего нужна была, чтобы перейти на следующий ранг. Это 24-й. Так, и давай-ка мы посмотрим, что у нас... Что у нас? Ежедневки всего лишь одна. Нанесите 20 единиц урона героям бесячеством. А почему вот здесь ничего нету? Значит, нам говорят, поиграйте за бесенка, да? Ну, давай попробуем. Надо посмотреть, что у нас из себя представляет в данный момент бесенок. Такс. Как бы, в принципе, неплохо все, неплохо, но... Я, наверное, бы взял двух зомби. Или одного возьмем. Вот даже я и не знаю. У меня их два. Можно еще и третьего взять. А зачем мне вот это тогда? Давай уберем. Сделаем вот так. Сундуков-то сколько? Ё-моё, откуда у меня столько и зачем? Блин, знаешь, кого мне не хватает здесь? Пирата. Который делает прочерк. Вот его мне не хватает для, как говорится, полной картины. Я не знаю, что еще сюда ставить. Барышню эту, что ли? Вообще никаких идей нету. Давай, наверное, вот этого возьмем. Наверное, все. Оу-оу-оу, подожди, подожди, это уже перебор. Двадцать единиц урона, да? Нам нужно сделать бесячеством. Погнали. Не знаю, что у нас из этого всего получится. Мне кажется, ничего хорошего. Так, против бабаха мы играем. Мы играем против бабаха. Так, ну бабах, естественно, может поставить мину. И этот у меня сразу отдуплится. Не очень хороший вариант, да, получается? А вдруг у него мины нет? Тогда получится очень хорошо. Но это опять же риски. Так, бабах у нас с пудов 20 ранга. Ну, давай проверку сделаем, ребят. Ну, есть, есть. О, видишь, повезло. Мины у него не оказалось. Пока. Так. Ага. Капелька, капелька. Ну, видишь, у него был фруктовый микс.
Ему не хватило двух энергий для начала, да, чтобы ее использовать. Ну что же, ладушки, давай сделаем так. У него может быть могилоед. Бабах, в принципе, ребята, да. Бабах могилками очень хорошо заточен. Но, с другой стороны, хорошо, что мы потеряли этого зомби, а не вот этого. Тут было бы намного обиднее. Так, ну давай. Сейчас посмотрим заодно, да, по поводу минок, есть у него или нету. Так, мы если что с тобой сделаем. Удивительно. Да ёпарасы ты, ну. Ну теперь уже. Что мы теперь сделаем? Мы можем сделать прочерк. Давай через прочерк сыграем тогда. Молодец, красавчик. А мы через прочерк. Угу. Так, ландшафт он тоже может поменять. Давай сделаю вот так, например. И вот так. Угу. Будем знать, кто у тебя парень. Убираем этого хламона отсюда. Сейчас будет мина. Ну, в принципе, ребят, ничего страшного. Мы все равно получим карту. Зато у него горячки больше не будет. А сюда мы можем поставить, ух, любую карту. Даже вот так вот. Смотрим. Меняет ландшафт. Вот это вот обидно, ребята, уже. Это обидно. Но это тебе не видать этого парень. Погнали. Блин, опять тебе сработает. Ну, давай вот так сделаем. Спасибо. Очень хорошо, очень хорошо. Так, ну что мы сделаем? Вот так, наверное, мы сделаем. Поехали. О-о-о, молодец, красавчик. Всех приговорил сразу же. Умница. Ну вот, друзья мои, бабах повержен, а мы 20 единиц урона нанесли, как и хотелось, как и было в задании. Так, итого у нас почти 400 самоцветов. Ну что, ребят, давайте, наверное, еще поединочек сыграем. Попробуем за наш ночной колпак. Так, а что это у нас тут? Погоди, а при чем здесь виноград? Что-то я не понял, да? Это что за колода такая? Может, нам лучше вот этого взять? Клананаса? Сколько у нас грибов? 4. Ну, не знаю, ребят, давайте попробуем сыграть. Что-то странно как-то.
блин, и это у нас заморозок. Ну, попробуем, наверное, так сделать для начала. Не забывайте, что у него есть ульта, которая может замораживать все растения на земле. Это одна из самых таких, знаешь, неприятных. Потому что мы можем с тобой поставить, например, тот же самый ландшафт. И он просто не сработает. Двадцать третий ранг. Ну, в принципе, чувачок должен шарить. Грибов нету. Вот чё нету, так это грибов. Они бы сейчас очень хорошо зашли бы. Ну и ландшафт бы тоже не помешал бы, если честно. О-хо-хо-хо-хо. Это коварно, друзья мои, это коварно. Значит, ты хочешь на доборах поиграть, да, парень? Я так и понял тебя. Ты хочешь поиграть на доборах. Так, ребят, не знаю, что он там задумал. Вот эту гадость мы уберем отсюда. Ха-ха-ха. Понял. Я тебя понял. Это хорошо, что он раскрыл свои карты, что у него там было. Лананас, ну, ты немножко как-то не вовремя. Смотри, что творит. Сундуки на сундуки. Я тебя понял. Давай я сделаю вот так, наверное. Возможно, он что-то может сюда еще. Или заморозку сделать. О, видишь, как делает. Да блин, да где грибы-то все, ё-моё. Ну вот начинается вот эта вот фигня, ребят. Ну самый умный, что ли, я не могу понять. Блин. Ну, что сделать-то, наверное. Короче, так сделаем, так. И вот так. А дальше посмотрим, что он будет тут предпринимать. Ага. И все? Заморозку делаешь? Окей. Так, тут еще безумие ставишь. Молодец. Плохо то, что сейчас, конечно, у него сработает кое-что. Да, это не очень круто, ребят. Интересно мне знать, что он сейчас хочет сделать. Ну, допустим. Прикрылся, да? О, даже как. Слушай, если я... Блин, я его не могу никуда поставить.
Поехали так сделаю, фиг с ним. Посмотрим. Рикошет случайного. И кого? Здесь. Так, вот теперь интересно будет. Угу. Смотри-ка, что делает. Давай смотреть. Опа, опачки. А сейчас, ребята, у него заморозка осталась, насколько я помню. А, нет, нет, нет. Ну все, тогда им крышка. Тогда ему крышка. Ну что, друзья мои, вот такая вот коротенькая серия получилась. Мы перешли с вами на следующий ранг. Это 25-й. Ну и на сегодня пока все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.